Toronto Chestnutter. Our next competitor is Erika Perez, Brazil. Number 35, Erika Perez, Brasilia. Thank you.
Our final competitor is Elena Karasheva. Номер 50, Карамышева Елена, Россия, Пенза. Благодарность спонсорам Бердона Дизайн, итальянский стиль, высокоценимый во всем мире. Аэрмэк, технологичность, надежность, адекватная стоимость и прекрасный сервис. Группа компании «Элпроммаш», проектирование, производство, поставка и монтаж промышленного оборудования. «Джамдана» – команда профессиональных гримеров. Нас выбирают чемпионы. Спорт Самара.ру – огромный каталог спортивных учреждений города Самары, где каждый сможет найти нужную информацию о школе танцев, фитнес-клубе или спортивной секции. Фитнес Самара – центральный интернет-портал о фитнесе в Самаре. Фитнес-самара.ру – новости, акции, отчеты, интервью. Флекс-спорт – сеть магазинов спортивного питания. Спасибо молодому спортивному развлекательному каналу Star Catch за великолепные видеоролики и информационную поддержку. Алексей, мы засекли время и считаем, сколько нужно девушке молодой переснять шорты и одеть на нижнюю часть. Все, да, переодел? Отлично. На позирую, пожалуйста, на награждение категории Miss Donut фигуры 2. Давайте аплодисменты встретим. Running in sixth place, Олеся Анатолова, Russia. Второе место, номер 48, Антонова Олеся, Россия. In fifth place, Елена Карамышева. Пятое место, девушка в шортиках, номер 50, Карамышева Елена, Россия. Девушка, пожалуйста, In fourth place,
Альби Пару Авейра, Бразил. Четвертое место, номер 36, Деми Мор, Авила, Бразилия. Смотрите, как интересно, Вера Зиганка и она бразильянка. И чудует на первое место. Елена Шанкина. Номер 3 место, Елена Шанкина. Россия! Ну и дождемся мы русской чемпионки в Донаде. Конечно! In second place, Арина Барет. Второе место, Бразилия! Гюджери Денецова, Роша.
The winner, Steve Johnson, UK. Steve Johnson, Объединенное Королевство. In sixth place, Goodman Vance, Austria. Шестое место, номер 17, Бен Гудман, Австрия. In fifth place, Сергей Летсенов from Russia. Пятое место, Детисавр Сергей, Россия, номер 10. In fourth place, Александр Черенгенов. Четвертое место. Щеголев Александр, Россия, номер 11. In third place, Roman Kotzenberg, Austria. Номер 18, третье место. Роман Шоттенберг, Австрия. Second place, Fernando Sardinha, Brazil. Второе место, Сардинья Фернандо, Бразилия, номер 13. First place, Justin Wessels, Australia. Итак, первое место, Justin Wessels, Австралия, номер 23. Justin, пожалуйста, победный медаль. Gentlemen in the back with medals, please. Medals for the gentlemen in the back. Медали остальным, пожалуйста.
медаль, пожалуйста. Сейчас. Ну, тогда фотографироваться придется. Дай медаль, пожалуйста. Леша, дайте, пожалуйста. Gentlemen, just hold them out for a moment until they'll get rid of them in the back and get a good photo. Tell them to take them off and stop the medals. These guys are taking the white flowers. Tell them to take them off. Right, gentlemen, you might turn to the front, please. Right. Pause, gentlemen. One more pause. Right. Winner only, just the winner. Thank you, gentlemen. Thank you, gentlemen. Right, pause for the count, please. The Open Water Winner of 2017 is to us from Australia. Our first competitor in this class is Мария Борисова, Russia. Борисова Мария, номер 24, Россия. Just spell it on the parchment. Next page and I'm out again.
next competitor is Jana Rozicova from the Czech Republic. Jana Rozicova, Czechская Республика, номер 37. Thank you.
Крошникова. Кстати, thank you. У нас предусмотрен приезд за лучшую композицию, за лучшую произвольную программу. И Дарья, наверное, вполне может ее получить, этот приз. Леша, девушки готовы к церемонии? Could we have all the ladies back on stage? Дорогие друзья, ну понятно, что уже много часов мы с вами вместе в этом зале, многие устали, но тем не менее, давайте сейчас мобилизуем всю свою энергию и все свои силы передадим вот девушкам через ваши рукоплескания, через ваши овации, аплодисменты. Можно сейчас прорепетировать, можно сейчас, я попрошу каждого, без исключений, набраться сил и похлопать, чтобы вы поняли, какая замечательная колоссальная разница. Все! Браво, прекрасно. Ну, я думаю, что у нас все получится. Сейчас будут награждения. И я хочу попросить вас об этом продолжении. Не пожалеть своих сил и сделать так, как вы сделали именно это сейчас. А может быть, даже еще и получше. Алексей, пожалуйста, быстрее. А шорт не было. В этот раз никто шорт не выступал. Скажи, что уже оценки поставлены, и то, что они нам красятся гримом, уже ничего не изменит. Вот, объясняй. Все, девушки. Мария Борисова from Russia. Шестое место Борисова Мария, Россия, номер 24. In fifth place. Начало Костина. Пятое место номер 32. Костина Надежда. Россия. Посмотрим. Будет ли русское золото. In fourth place. Дарья Рожникова. Russia. Дарья Рожникова, Россия. Самара номер 44. In third place, Jana Rozikova from the Czech Republic. Jana Rozikova, Czech Republic, is the first place. То есть золото будет российское, только кто из девушек станет первым. In second place, Maria Pachenko. Первенка Марии России, второе место. Номер 39. And the winner, and Miss World Tour Figure Class 1, Anna Balsova, Russia. Anna Balsova, Russia, Kazan, номер 34. Ladies, put your flowers down for a photograph. Put your flowers down. Дорогие друзья, ну и за первое место... Put the flowers down. У нас отдельный приз, о котором сейчас мы скажем, и сейчас это будет награждение происходить, но, наверное, после... Right, ladies, pause. Дорогие друзья! Right. Spread out in another pause, not together. Для награждения мы приглашаем на сцену Александра Леонова и Андрея Варюшкина, группа компании «Элпроммаш».
Пожалуйста. Winner of just the winner prize. За первое место отдельный приз. The winner of the prize. Итак, дорогие друзья, давайте поаплодируем. Так, мужчины растерялись, говорят, где призер, где у нас чемпион, где первый? Сейчас будем, давайте, старые русские сказки помню по телевизору, да? Итак, я передаю вам микрофон, еще раз хочу сказать о том, что на сцене Александр Леонов и Андрей Варюшин, группа компании «Элпро». Итак, лучшая произвольная композиция среди всех участниц Егор Тонов. Пожалуйста, ребята, кому мы вручим? То есть по нашему голосованию, по голосованию судей, становится победительницей Яна Кружникова. Извините, вот меня поправляют. Да, Кружникова, Дарья, Россия, Самара. Дарья Кружникова. Спасибо, ребята! Если можно... Just the winner! Winner only! Спасибо, до свидания! Ну что, дорогие друзья, мужчины и ведущие сходят со сцены, остается чемпионка. Вы знаете, когда вот такие паузы, всегда какой-то легкий, я испытываю дискомфорт. Давайте поаплодируем чемпионке! One more pause. Right, thank you very much, ladies and gentlemen. The winner of the Class 1 Tone Figure 2017 Miss World. Thank you. Чемпионок, девочек, прошу далеко не уходить. Сейчас будет абсолютная категория среди тонов, а то они, да, с радостью убегут. Двоих нам победительниц оставьте, пожалуйста. Отлично, категория победительницы в двух категориях. Тона 1 и Тона 2. Классово Анна, Россия! И Денисова Евгения, Россия! Внимание, судьи, пожалуйста, работайте. Валерий. Музыку уберите, пожалуйста. Подпишите, пожалуйста, делайте. Ladies, you want me to... Музыку потише, пожалуйста. Hi, ladies, stand face me. Can you close the music, please? Right. Pause with your hands above your head. Произвольная позиция. Руки над головой. And pause from your right side. Право, пожалуйста, произвольная позиция. Right. Turn and to the rear curtain. Спасибо, спиной, пожалуйста, судим. And pose from the back with your hands above your head. Произвольная позиция, руки над головой. Pose from your left side. Право, пожалуйста. Turn, pose from the front. Turn to me. И лицом судьи, пожалуйста. One or two of your own favorite poses. Anything you like. Pose. Пожалуйста, любую пару позиций. Change your pose. One more. One more pose. Еще, пожалуйста, любую позицию.
Right, change places. Force with your hands above your head. Произвольная позиция, руки над головой. Pause from your right side. Право. И произвольная позиция. Turn, face the rear curve. Спиной к ним. Pause from the back with your hands above your head. Произвольная позиция, руки над головой. Turn, pause from your left side. Поворот, пожалуйста. Turn to the front. И, пожалуйста, фронтальная позиция. One or two of your old favorite poses. It's a pose. Выход позиции. Again. One more. Еще, пожалуйста, работа. Right, ladies, thank you very much. Спасибо большое. And you can now leave the... Тут вы принимаете решение. In the stage. А девушки могут ожидать... За кулисами. Скоро мы всех наградим. Сейчас предстоит церемония награждения в категории профессионалов у мужчин и женщин, а потом состоится награждение в категории сборных. Мы приглашаем на сцену категорию профессионалов и мужчин и женщин. Алексей, я думаю, что мы можем все три категории выставить на сцену. Это будет украшение, безусловно, нашего турнира. Самые красивые девушки. Gentlemen, stop pausing, please. In fourth place, Уин Стефан. Место номер 4. Стефан, номер 79. А четвертое место занял среди профессионалов. Четвертое. Third place. Третье место. Лазарио, Бразил. Антонио Ба. Бразилия! Second place. Воробьев. Второе место, россиянин, Воробьев. First place, Бабьев Лайон.
professional winner of the 2017 Alex Summer World. Первое место! Победа! Австрия! Алексей, хотелось бы спросить, если это про-категория, почему им не вручают конвертики с кругленькой суммой? Давайте, пожалуйста, мы ждем. Хорошо, хорошо. Corey, move further in. Move closer. Take your trophy with you.
поближе друг к другу, девушки, и фотографии на память. Right, ladies, pose for the camera. One more pose. Thank you. Winner only. Just the winner. Just the winner. Thank you. Right. Pause, please. Pause from the front, please. Right. Thank you very much. Спасибо большое, Даша, ты умница. Без вселенной становимся абсолютно победителем чемпионата мира. Дорогие друзья, помимо величайших спортсменов современности, вы заметили очаровательных девушек в коронах, которые вручали призы. Я хотел бы объявить о том, что это фестиваль-конкурс «Миссис Самарская губерния» под эгидой фонда «Планета женщин». Это победительницы регионального и всероссийского конкурса «Миссис Россия». Давайте поаплодируем очаровательным девушкам, которые весь вечер с нами на этой сцене. Спасибо вам. We have the Miss Tone overall on, please. Miss Tone overall. Miss Tone, пожалуйста, на сцену. Я тоже у нас последняя категория. Ну а потом вылавливайте девчонок, мальчишек и фотографируйтесь. Рождает Алексей Шайкин. Итак, абсолютной победительницей становится россиянка. Хорошо. Итак, абсолютная победительница в категории тона, женской категории чемпионки мира абсолютной, становится Брайан. The winner, Eugenia Denisova. Запомните этот день. Это очень важный день. И пахать. Спасибо.